40 тысяч долларов тянет на хищение в особо крупных размерах. Вера Ивановна, вы арестованы. И взяли ее для того, чтобы выбить компромат на Беркутова. На честного, преданного нам человека. За папу. Дай бог ему здоровья. Да. Они ваше кристальное имя пятнают. Врешь. И неизвестно, кто в это самое кресло сядет. Юрий Владимирович или насквозь прогнивший Гришин. Остановить их надо. Остановить. На все рычаги нажать, но... Дзержинского этого очкастого угомонить. Но учти, один неверный шаг, и нам с тобой крышка. 2 килограмма балыка, говяжьей вырезки 4, сервелата 5 палок, буженины 2 кило, апельсинов 5 килограммов, майонеза, баночек 10, сельди васи 6 коробок, посольской водки 20 бутылок, КВК, думаю, 7. Устроит?